Приобщить к народной культуре России подрастающее поколение решили в детском саду «Ивушка». Занятия для малышей провели в рамках кружка духовно-нравственного воспитания «Истоки». Ребятам рассказали, как изготавливается глиняная игрушка и какой путь проходит перед тем, как попасть в руки художника. Малыши узнали, какие цвета используются для дымковской росписи и какие узоры предпочтительней. Посмотри, и грудка, и бока, и ножки. С какими узорами? Дымковские круги большие. Узнав обо всех нюансах и тонкостях дымковской росписи, ребята с большим энтузиазмом приступили к созданию своих неповторимых шедевров. Женские фигурки они расписывали старательно и не спеша. И вот у барынь уже появились яркие кокошники и пестрые юбки. Рисовали малыши согласно полученным на уроке знаниям и с соблюдением народных традиций. Урок получился насыщенным и творческим. Результат порадовал и юных художников, и педагога. Самой главной задачей у нас является приобщение к народной культуре России. Такие занятия нам просто необходимы. Дымковскую роспись покажут родителям, которые наверняка по достоинству оценят художественный промысел ребят. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.